Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по онлайн-игре Gambly, где можно начинать абсолютно без вложений, так как при регистрации дается нам бонус 100 тысяч алмазов. И на эти 100 тысяч покупать персонажей, или как по-другому их называют, наемников. И платит абсолютно без вложений, так как я начинала играть без вложений, ничего не инвестировала и благополучно выводит. Ну и естественно в этом видео я буду делать очередной вывод. Значит, у меня 118 уровень. На балансе видим 4 929 000 алмазов. То есть сразу показывается в долларах баланс. $4.92. Минимальный вывод отсюда 10 центов. Набрать это все легко. Значит, и здесь вот у меня есть монетки. Кликаю «Собрать». И у меня стало 5 миллионов. То есть, если в доллары переводить, $5. Естественно, я развиваю игру. В основном я покупаю, друзья, по вот за 1 миллион я все, вот этих я ниндзя покупаю. Так, далее что здесь идет? Акция, так как юбилей 100 дней игры, то что она работает, платит, да, и у них здесь акция: за 10 миллионов можно купить Робин Гуда. Вот сюда кликаем подробнее, нас перебросит на страничку вот на эту. После акции уберут вот этого персонажа Робин Гуда. Это все написано на у них в телеграм-канал. Есть и там вот вся информация. Так что рекомендую обязательно подписаться на канал. Вот так, уникальный лимитированный наемник, доступный для покупки только во время акции 100 дней с Gambly. Далее, доступно для игроков, зарегистрированных с момента начала акции. Квест «Получить 10 уровень», тут награда. Далее, квест «Первый депозит», у них награда. Квест «Активный реферал», также награда. Ну и здесь мы видим, сегодня Gambly отмечает важную веху 100 дней с момента официального запуска игры. В честь этого события мы подготовили для вас 10-дневную акцию, в рамках которой вы сможете приобрести эксклюзивного и ограниченного наемника Робин Гуда. Кроме того, у вас есть отличная новость для новичков. Во время акции 100 дней с Gambly все, кто зарегистрировался с момента начала акции, получают доступ к 3 простым квестам. За выполнение этих заданий новички Gambly смогут получить бустеры. Ну вот, как бы здесь это все написано. Также здесь идет как бы это статистика, ну и все такое. Шикарная игра, друзья. Так. Далее что? Как я сказала, без вложений можно начинать абсолютно. И что здесь у нас? Есть серфинг сайтов. Можно зарабатывать, как на обычном буксе. Набираете минималку и ставите на вывод. Так. Далее что? Давайте выводи, значит, вот здесь телеграм-канал, пожалуйста, можете, есть новости на русском, португальский, испанский, английский. Также есть чат. Вот добавили арабский какой-то, буквально вот здесь на днях.
ссылки также есть на русском языке. Я в чат не добавлялась, а на каналы, да, я подписана. Так, ну и тут уведомления. Не забываем в настройках, обязательно нужно прописать, это я говорю для новичков, платежный пароль. Так, будем выводить финансы. Я хочу пополнить выплату. Я делала неоднократно, видео писала по выводу. В рублях я выводила. Значит, здесь вот видим. В рублях, да? Пайр, карты, да? Можно выводить. Здесь внизу смотрим. Минималка на вывод в рублях от 5 рублей. Комиссия 0,95% берут. Далее можно выводить в евро. Также минимальная сумма на вывод 10 центов евро. Вот этих евроцентов. Ну и комиссия они берут. Далее в USD. Значит, в долларах. То есть, да, вот у меня 5 миллионов. Это 4 доллара 95 центов я как бы могу вывести. И как я уже сказала вам, минимальная сумма на вывод 10 центов. И комиссию-то не берут. Но помимо этого, друзья, есть еще криптовалюта. Я в криптовалюте еще ни разу не выводила. Значит, Binance Coin, BUSD, Tether, вот это BEP20, Tether, TRC20, Bitcoin, Tron, Litecoin, Dogecoin и вот еще вот такой Tether. Значит, если вы хотите вывести в криптовалюте, значит, кликаете Bitcoin, тут смотрите, как бы минималка, видите, у меня биткоинов мало еще, так как у меня здесь оно сразу автоматически конвертируется по нулям. И минимальная сумма здесь вот такая, да. Так далее, в Tron, значит, минимальная сумма 10 криптомонет Tron. Комиссию берут 2 монеты. И значит, у меня 5 миллионов, это вот такую сумму, 60 монет я получу. В Litecoin, значит, минимальная сумма 0,025 монет. Так. Также у меня есть возможность вывести и в лайткоинах. И вот комиссия вот у них берут, они берут 0,206. Далее Dogecoin можно вывести. Это у меня 59 монет Dogecoin'ов. И что, минимальная сумма 15 криптомонет Dogecoin'ов. Не забываем об этом. И также, когда, если вы будете выводить в криптомонете, смотрите свой кошелек, чтобы монеты не пропали. Значит, я вот думала все, что мне в тронах или в Dogecoin'ах. Вот, наверное, я выберу трон. Значит, я еще в криптомонетах не выводила. Это все первый раз. Но хочется попробовать. Я вообще сначала думала в долларах вывести. Потом что-то думал, в криптомонете надо. Так. Значит, что... Будем в тронах. Значит, мне надо и пойти на Pair. Буду выводить на Pair. Не буду я в TronLink выводить, хотя я могу и на TronLink. Ну, на Pair выведу. Пусть там повисят. Значит, опускаемся вниз, видим. Я кликаю пополнить. И обращайте внимание, в своем кошельке какая минимальная сумма пополнения, чтобы монеты не пропали. Потому что на Pair минимальная сумма 1 монета. При переводе меньшей суммы средства не будут зачислены. То есть мы их потеряем. Имейте это в виду.
Так, ТРЦ-20 адрес. Я копирую адрес. Копировала. Перехожу в игру. Трон. Сюда я вставляю адрес. Так. Проверить. Обязательно проверяйте, чтобы без всякого там. Так, и кликаем «Заказать выплату». Никуда ничего прописывать не надо. У меня просто снимутся две монеты. Итого должно быть 58 монет. Понимаем, да? Так как у меня здесь 60. «Заказать выплату». Здесь, как я сказала, в настройках обязательно прописать пин-код. И сюда вставляем пин-код. Подтвердить действие. Выплата отправлена на ваш кошелек. Закрываем. Так. И далее что? Поднимаемся выше. И у меня стало 800 монет. Так, далее что? Пополнить транзакции. Здесь будет находиться история пополнений и история вывода. И вот здесь вся моя история. Выплата. Вот и мой первый вывод, да, я выводила абсолютно без вложений. Далее немножечко инвестировала сюда. Ага, выплата, выплата. И вот пополнение. И далее идут выплаты. Выплата с баланса 5 миллионов монет. Так, сейчас посмотрим на почту. Пришло мне письмо. Потому что должно прийти на почту. Впервые вот вывела монеты. Вот то, что это криптовалюта, понимаем, да? Сейчас загрузится почта моя. Произведена выплата. Должно в криптомонетах вообще должно как бы пройти несколько подтверждений. Все мы это знаем, да? Прежде чем монета поступит на баланс. Значит, произведена выплата. Только что вы заказали выплату в монетах ля-ля-ля тополя. И просит оставить отзыв. Также идем. Я кликаю история. Сейчас посмотрим. Да, смотрите, вот 31 мая. Плюс 60 монет. Что-то мне даже комиссии не сняли. Значит, смотрите. Подтверждение 35. Что и требовалось доказать. Все мы прекрасно знаем. Должно пройти там несколько там подтверждений. Чтобы монеты уже окончательно поступили. Но тем не менее они уже в кошельке. Значит, дата операции 31 мая. Вот ТРЦ-20 выполнен. И сумма 60 монет. Ну и подтверждение. Ну, все шикарно. Игра платит. Кому интересно, друзья, работайте, зарабатывайте. И вот меня заинтересовала вот эта пока акция. Вот не знаю, прикупить, не прикупить вот этого Робин Гуда. Вот. Ну, в принципе, на этом и все. Не забываем, что у нас здесь. Так. Про квесты здесь очень интересно. Тем более для новичков. Да. У них тут акция. И это супер, друзья. Вот. Значит, что здесь? Вот у меня квесты мои выполнены, да? Сюда кликаем.
и читаем подробнее. Видеообзор. Значит, тут у меня условия выполнены. А, условия не выполнены. Вот здесь получено. Также получено. У вас здесь будет, и когда вы квест выполните, у вас будет кликнуть «Получить». Вы кликаете «Получить», и вам квест, как бы, зачисляются монеты, вот эти самоцветы, на баланс. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, вот у меня, видим, да, баланс пополняется. Было 800 вот при вас, и сейчас у меня стало уже 1400 уже вот этих самоцветов. Вот, естественно, я наращиваю вот этих своих персонажей, то есть наемников, а потом через какое-то время вывожу, наращиваю, вывожу. Не тупо там, да, зашел и все, как бы все на вывод. Нет, естественно, потому что если я все буду выводить, и заработка тогда в итоге будет все меньше и меньше дохода. Вот. Ну, в принципе, буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!